Здравия желаю, дорогой собак. О, собак. Салага, с тобой и я, мистер Финка. И сегодня вот, у нас будет мод. Но не тот, который я вам говорил в прошлом видео. Во-первых, новая карта. Называется Бикет. Ссылка будет в описании. Вот. Дальше у нас будет обзор транспорта. Вот, из одного пака. Ссылку на него тоже дам в описании. Вот. Итак, погнали. Начнем, пожалуй, с вот этого здания. А точнее, этого. Поезд ДПС. Открываем дверь. Заходим. Странно то, что мы то ли карлики, то ли еще что. Короче, мы ниже объекта. И да, когда вот я не могу что-то вот здесь вот дверь открыть. Вот. Нажимаю пробел, не нажимается. Ну ладно. Тут у нас идут машины. Полицейские. Потому что у меня все сейчас будет относиться к ДПС. И, точнее, полиции. Так, садимся на место водителя. Значит, что у нас есть? Разотнуть радар, это я не знаю, что. Код 2. Это у нас мигалки. И код 3. Это мигалки со звуком. Разгоняется неплохо. И тоже хорошо. На какой бы он равнине вот эти все не поедут, они все вот одинаковые. Они всегда набирают скорость. Наверное, у них уменьшенный клиренс. Сбалансированный, а именно уменьшенный. Потому что разгоняется ого-го. Так. Включаем двигатель. Код 2. И да, здесь еще есть такая фича. Значит, там можно вправо-влево поворотники. Ну, там много чего. Вот. Ну, тут у нас также все. Сейчас сяду через пассажира, а там водитель. На место водителя. То есть код 2, точнее код 3, то же самое. Мигалки, если кто не заметил, они находятся у меня на крыше. То ведь красненькая, синенькая. Есть мигалки. Выглядит все от кабины вот так вот. Здесь у нас есть рабочий спидометр. Все рабочее. Так, left signal. Значит, у нас включает правый поворотник. То есть вы видите здесь поворот. Красный, да. И тут у нас, по-моему, тоже. Должен быть поворот. Вот. Здесь можно еще сделать типа поворотники. Дважды тут. Сейчас все это мы делаем. Берем. Левт. Райт. Два. Выходим. Если что, снимаю все с первого дубля. Так, переходим на вот это вот. Здесь у нас есть более, еще есть вот такие варнинг. Варнинг. Так, выключаем. Длительно флэш. Флэшем. Длительно ох. Директину с правой стороны. Директину с левой стороны. Mm-hmm.
И директину босс. Вот. Вот так вот. Ну, а там все так же. К сожалению, здесь не дает никакого снаряжения. Так выглядит кабина пилота. Спидометры все отлично работают, радио, к сожалению, не работает. Тоже красивый мод. Не, не про машину, а вот про мод с полицейским. Полицейский, новый дом полицейский. Называй, как хочешь ты, те же самые моменты. Извините, то, что... Главное, чтобы YouTube не забанил этот ролик за то, что я спел песню про нового полицейского. Это как тебя? Как тебя? Короче, из этого Little Big, прости меня. Просто не нравится. Вот на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был мистер Финка. Всем пока.